Добрый день! Я Нана Кучава, хозяйка ресторана «Чайковский» в Тбилиси. Я сама из дворянской семьи, где всегда ценились кулинарные рецепты. В нашем меню я использовала рецепты моей прабабушки. У нас классическая грузинская кухня и все повара из Грузии. Наше меню довольно большое, но я отвечаю за качество каждого из блюд. В ресторане имеется мангал с открытым огнем, на котором мы готовим шашлыки, люля-кебаб и другие блюда. Добро пожаловать! Будьте как дома!